Торжественный подъем государственного флага под звуки марша, исполнение гимна страны и гимна Севастополя. Так во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования нашего города начинается каждая учебная неделя. На торжественной линейке присутствующих знакомят с итогами прошедшей недели, озвучивают новости школы, города, страны. После линейки ребята идут на тематическое занятие из цикла «Разговоры о важном». Тематические классные часы, которые направлены на повышение духовно-нравственной культуры и, конечно же, патриотического воспитания. Это очень важно, особенно сейчас, в наше время. Разговоры о важном проводятся с 1 по 11 класс. Конечно же, внутреннее содержание темы в 1 классе и в 11 классе, оно различное, но все равно направлено на то, чтобы наши дети изучали и знали Россию, ее традиции, обычаи. Важный разговор этой недели посвящен 115-летней годовщине отечественного кинематографа. Рассказывают об этом те, кто непосредственно связан с этой сферой. С девятиклассниками 33-й Балаклавской школы тематическую беседу ведут приглашенные гости. Григорий Лифанов, главный режиссер Севастопольского театра имени Луначарского, заслуженный деятель искусств Севастополя, 15 лет проработал во ВГИКе, Институте кинематографии, самом известном и старейшем киновузе нашей страны. Про кино ему известно, если не все, то очень многое. И о том, что происходит по ту сторону экрана, он знает не понаслышке. С ребятами интересно разговаривать о том, как устроен процесс и как рождается то, что мы потом видим на экране. Ну и, конечно же, я буду говорить и о театре в том числе, потому что театр и кинематограф, они не противостоят друг другу, а всегда соседствуют. Наши артисты очень часто снимаются. О профессии артиста ребятам рассказывает Виталий Амельченко, выпускник Ярославского государственного театрального института. В Севастопольском театре имени Луначарского он отработал уже 3 сезона. За это время успел сняться в художественном фильме режиссера Игоря Копылова «Небо», посвященному подвигу советских летчиков в Сирии. В кинокартине Виталий играет главного героя в молодости. Это первая большая роль молодого артиста. Я получаю от этой профессии огромное удовольствие. На данный момент это вся моя жизнь. Это все-таки огромная работа, и это очень непростая профессия. Это не только слава и какие-то успехи, это огромная пахота и работа. Этот разговор о важном прошел для девятиклассников в формате диалога. Ребята узнали, в чем разница между театром и кино, в чем сложности режиссерского труда, какое место занимает импровизация в актерской игре. Разговор пришелся по душам, делятся ребята. Кто-то открыл для себя мир кино по-новому, а для кого-то эта тема хоть уже и привычная, но от этого не менее значима. Урок мне был очень интересный, так как у меня крестный, главный помощник по реквизиту в «Грифоне». И тоже он снимал фильмы, и сейчас снимает в Севастополе фильм. Ну, один из фильмов, который он снимал в Москве недавно, это была «Африка». Ну, и мне очень понравился урок. Впечатлен тем, что у нас есть такие хорошие люди, которые продвигают наше. Театр, кино, я считаю, что это очень классные люди. Разговор о важном – это беседы о семье, стране, традициях, ценностях и знаменитых людях России. Знать все это со школьной скамьи важно для формирования патриотического сознания подрастающего поколения. Ирина Варава, Деливер Меджитов, новости Севастополя.